Сегодня пасмурный. Несмотря на этот пасмурный день, я в руках держу паспорт, иду вот. Думаю, получится там видео, не получится. И иду, снимаю красоту мира вокруг меня. Птиц много летает, очень-очень много птиц. И вот такой же грязный снег. Мы успели вам показать красоту брянских наших краев. Ну, я верю, что еще в марте будет снег. Я как та снегурочка, которая ждет снега. Вот, еще верит. Будет снежок, конечно, еще все закроет снова снегом. Вот, я в это верю, что будет красота в этом мире еще. А потом, после капели и после грязи, придет весна. С ее красивыми-красивыми почками на деревьях, такими распускающимися. Ох, как я люблю эту пору. Пасху люблю, вот когда на Пасху мы идем, встречаемся со знакомыми, с родственниками. Вот, но как-то сейчас все жалуются, что родственники перестали быть родственниками. Что-то разъединяет людей в этой жизни. Люди не могут понять, что это такое, почему так. Вот почему-то друзья расстаются, родственники не хотят знаться друг с другом. Какая-то обида у людей, какие-то досады, непрощенные обиды. Почему-то люди не могут отпустить это все и просто жить счастливо. Понимаете? Что-то людям не дает. Гордыня. Давайте, ребят, чтобы у нас гордыни не было, давайте жить счастливо, весело, радостно. Ой, несмотря на это вот такое хмурое небо, которое надо мной. Вот оно хмурое такое. Оно такое зимнее небо еще. Несмотря на это небо, желаю всем добра, тепла, улыбок, эмоций положительных. Вот. Счастливых дней. Добрых дней. И дождаться весны всем желаю. Всем, кто болеет, желаю выздороветь, прогнать все хвори. И посмотрите, какие начались капели. Такие вот. Вот такие капели. Как дочка Серова поет Мишель. Капели. Такая песня хорошая. Как я прямо плачу, когда она поет эту песню. Почему-то она не поет нигде, я не знаю. Она же такая умничка, так хорошо поет. Так бы хотелось услышать в ее исполнении новые песни. Вот. Очень хочется услышать. И красиво, и хорошо поет девочка. Замечательно просто. Но я думаю, что она станет певицей дальше известной. Дебют у нее был, конечно, прекрасный. Вот. И всем-всем желаю осуществления мечты своей, желаний своих прекрасных. Ой, птицы поют весело. И гляньте, какая красивая машинка. Как я люблю красный цвет вот машины. Видите, вот. Я верю, что у меня когда-нибудь тоже такая машина будет. Вот такая, которая у меня там на заднем плане. Видите, машина какая красивая. Цвет какой красивый у нее, да? Вот такая вот красотка. О, красавица какая машинка. Сейчас покажу вам. Вот такая красотулька. Люблю такой красный цвет. Очень он мне идет. К лицу он мне. Вон падают льдинки, снежинки. Что-то падает с крыш. Срывается талый снег. Вот он какой невзрачный. Февральский поздний снег уже. Позднего февраля. Все. Кончилась красота вот эта. Снежная, нежная. Вот. Ну, ничего страшного. Впереди весна. С зелеными листиками, потом цветочками. И с красотой, и с нежностью, и с любовью к вам. Леночка Желанкина, город Брянск. Пока-пока.